Здравствуйте, с вами Олегыч. Вы на канале Олегыч Геймс, и мы продолжаем игру Grim Dawn. Так, у нас эта грёбаная роща здесь. Я хотел бы вот сюда бы попасть. Сейчас мы это таки сделаем каким-то образом. Я думаю, у нас все должно получиться. Нам пока не придёт поставить доспех нормальный, не хватает телосложения. Опять хтонийский разлом. Да ёб твою мать. Сколько их здесь, этих хтонийских разломов? А, так мы уже здесь были, блин. Какого хера я сюда залез? Что-то все блестит. Чтобы сюда выбраться, он где-то здесь выход должен быть. А, нас, может, выкинуло просто в другом месте. Я уже понял. Так, что-то нашли. Коготь. Так, нам еще надо найти один медальончик этот. Освещенная повязка. Я вот не помню, есть ли она у нас или нет. Сейчас посмотрим. Я не помню. По-моему, была, но я не помню, ли она собранная полностью. Это освещенная повязка. Да, хотелось бы алтарь не просрать. Честно говоря. Боже, повезло нам. Что у нас и эта херня есть, и священная повязка, реально. А то иначе был бы, блядь, попиндёс. И то это последний ингредиент, у нас больше их и нету. Так, окей. Так, очко набожности, это хорошо. У нас там как раз категория щитом. Так, еще чуть-чуть у нас осталось. Мы выучим полностью это. Окей. Это хорошо. Блять, а шо ж... А как нам тут... Бля, мы будем обходить тогда. Хотя нет, чё, какого хера я буду обходить? Здесь же можно пройти, блин. Огоню беса. Чё тут? От меня спрятали. Так, последний жетончик, я так предполагаю. Так, эту всю кучу раскидали. Так, соберите. Так. Ага, в усадьбу надо вернуть их. Да без проблем. Давайте это так и сделаем. Где-то усадьба грёбаная. По-быстрому опыт сейчас хапанем. Я хочу просто телосложение качнуть еще. Так, кому там надо было это? Ага, вижу.
Чувак, несу жетоны, жди. Старался все-таки. Так, что за штаны? 240 брони. Штанишки оденем потом. Не хочу сейчас туда-сюда бродить с этими штанами, честно говоря. Потом напялим. Так, возвращаемся. Там каких-то спасли чуваков, по-моему, надо сейчас их выпустить с клетки. Хотя клетка уже развалена, могли бы выходить. Ждут какого-то хера. Все. Отправляйтесь в усадьбу. Кстати, а ну я тоже обратно в усадьбу. Они могут дать сейчас какое-то задание мне. По этой усадьбе. Где она, блин? Вот она. Всегда, когда кого-то находишь или спасаешь, они появляются потом с каким-то, блин, заданием. И я думаю, надо обязательно к ним подойти. I am told that Lysandre could not agree when the Legion was forced to abandon the capital. Так, подождите-ка, давайте посмотрим. Они должны где-то быть в усадьбе. Эти черти. Чего мы взяли? Кого-то там убить нам дали. Так, а где эти, что я их, блядь, в усадьбу-то кинул? Чуваки, воу. Че там он хочет? Или это вот они здесь? Это вся детвора. Хрен его знает. Может, они в перекресток дьявола и прыгнули? Сейчас проверим. А, кстати, заодно штанцы сейчас себе накину. Так, есть. Штанишки. 426. Ой, блядь. Да не, не видно их, что они давно. Хрен знает, куда они все делись, блин. Спас, короче, и слава богу, пошли нахрен. Сейчас еще их везде выискивать, блядь. В усадьбе должны были быть, не видно их. Иду вниз. Так, тут еще какой-то кусочек остался, я не буду туда уже идти. Иду в эту сторону. Я же не буду из-за кусочка сейчас тут полкарты обходить, блин. О, блядь, главарь. Вольвар, честно, блядь, охеревший.
Так, ты чё там, блядь, охренел стрелять? Нахер пошел, блядь. О, нашли еще одну эту штуку. Это хорошо. Опять какой-то револьвер, блин. Нахрен он кому нужен? О! Так, как по мне-то дерьмо всякое. Так, давайте сюда вниз пойдем посмотрим, что тут. Я вижу уже звездочку наверху, честно говоря. Так, это свои ребята. Я так понял. Так. А, вот эти останки. Так, останки собраны. Так, с останками мы еще успеем стартануть. Я бы хотел тут сначала везде полазить. Может быть такое, что мы сможем и в склеп дальше пойти. Вполне возможно. Хотелось бы на это надеяться. Такая куча тут посыпалась. Я ж не ожидал прям какого-то со стола. Повешенные бедолаги. Ага, здесь я не пройду. Ну тогда идемте в обход. О, тут как раз можно пройти. О, кто там? Спрятался, сука, засранец. Так, метка иллюзии какая-то, не знаю, что это такое. Но все берем. Хотел бы уже до этой лесопилки добраться, блин. Не знаю, где она там. Так, это я уже там был. Чё мы там нагребли? Так, это сюда. Это тоже. Так, останки это задание. Ну вот как-то так. Так, давайте дальше. Не знаю, тут куда-то наверх идти. Что нам еще остается? Тут я уже... Тут, кстати, хороший шмат еще территории наверху должен быть. Тем более, что он идет еще куда-то налево там. Так, сейчас разберемся. Вот здесь какая-то территория. О, кстати, портала вижу. Это хорошо. Давайте дойдем до портала. Тут точно где-то лесопилка должна быть с этой стороны. Оно... Отлично, где это мы? Ага, вот мы где. Да я скоро уже вон потихонечку дойду до финиша. Так, значит, идем обратно. Пока что я похожу по этой территории. Главное, что я портал нашел, уже можно, если что, телепортироваться. Что там застрял? Пройти не может. Несчастье такое.
Ой, главарь. Такой, как по мне. Изи главарь. Пошли нахер. Все разлетаются, блядь. Кто куда? Так, может тут что-то есть? А нихера тут нету. Так, вот этот переход, то куда мне надо, я так понимаю. Да, здесь есть. Что обходить, как по мне. Блин, это сейчас я куда-то каменный карьер. Так, нормуль. Так, там еще и динамит внизу даже валяется. О, привет. Так. Интересно, куда эта дорога ведет? Skills not ready. Так, давайте посмотрим. Мне просто интересно, что это за... Может, куда-то в шахту, блин. Хотя я не вижу никаких спусков вниз. Каменный карьер. Так, динамит. Это
как мы потратили весь динамит почти. О, давно этих не было. Еще и главарь, нихера себе, блядь. Венериус какой-то, блядь. Попустись. Чувак. Воу-воу-воу-воу. Давай без этих соплей. Так, чё я там взял какую-то херотень? Так, нормально. Я думаю, не зря я сюда пришел. Сейчас еще там территорию пройдем, и полностью каменный карьер будет пройден у нас. И это будет неплохо. Я не знаю, у нас, по-моему, тут никаких заданий нету по этому карьеру. Так, идем дальше. Че это тут? О. Ай, давайте идите сюда. Так, тут можно подниматься. Чё, всё? Наверное, мы его прошли полностью. Этот каменный карьер. Ага, здесь еще есть какая-то дорожка. Блин, я вот прям не уверен. Как тут пройти-то её? Так, давайте вот это добавим еще. Ой, блядь, я стою на этой херне. Блядь, смотрю, жизнь ходит, блядь. Так, это я вернулся в эту кровавую рощу, да? Какие-то колдуны тут офигевшие. Так, давайте сначала этот кусок обойдем, глянем, что тут. Не, ну реально кровавая роща здесь, смотрю, не маленькая. Ага, я потом туда спущусь, я уже понял. Ну, а ты их не форт? Так, тут этих ушатали.
Форт Хрон. Даже не знаю, где я, честно говоря. Блять, я залез в такие дебри, блин. Так, тут ничего интересного. Ага, тут еще какой-то есть подземелье, блин. Так, сейчас разберемся, что тут. Это берсерки, блин. Так, понятно. Можно спуститься, и вот там что-то есть. Ничего интересного. Так, тут ничего. Вход в форт. Понял. Так, смотрите, аж куда я залез. Боже мой. А где вообще портал я нашел? Портал я нашел вот здесь. Ага. Ну, в следующем видео можно, в принципе, будет, наверное, здесь вот телепортнуться в эту сторону, пойти и таки в форт пойти еще раз. Пойдем. Так, давайте телепортнусь. Так, что-то я там сделал. Ага, собрал эту шнягу. Где это было? Бастион скорби. Сейчас посмотрим, что нам дадут за это вообще. Может, таки вход в склеп у нас и будет. Сейчас посмотрим. Так, а вот и я. Ага, у нас уже какие-то есть, да? Ага, понял. Соберем. Так, что мне вообще тогда по этой фракции? Надо еще, короче, выполнять задания всякие. Так, куда бы мне деться? Так, я думаю, что я сейчас, наверное, хотя... Давайте так сделаем. Так будет проще. А вот уже в следующий раз уже попробуем ту всю территорию пройти. Будет как раз нормально. Так, это все продаем. Нет, ребята, то это нам точно не подойдет.
Так, а тут что у него есть? Херня, это двуручная. 140, да. В жопу можно засунуть такие перчатки. Ничего, бронька 268 уже не в приоритете, понятно. Так, давайте тогда уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.